Здравствуйте, подписчики моего канала и просто гости. Сегодня у нас будет видео необычное. Оно, да-да-да, оно будет о вышивке. Но немножечко мы отклонимся от темы наборов. Сегодня я вам покажу нечто особенное. Так, это мои покупки на сегодняшний день. Значит, что я сегодня получила? Вот такой вот плед. Называется он «Леди Элизабет». Фирмы ДМС. Это ветка ДМС, которая называется Charles Crafts, девочки. Американское, значит, производство. 14 каунт. 132 на 152 сантиметра. Вот такая замечательная вещица. Это все хлопок. Вот такая была внутри схема. Это элементы, которые будут вышиваться на данном пледике. Стрекозка и вот такая вот розочка. Значит, вышивается эта работа в 6 нитей. Бэкстичи и французские узелки делаются в 3 ниточки. Вот такой вот здесь ключик. Вот, все здесь показано. Значит, сейчас я вам покажу сам пледик. Вот, девочки, что я получила. Он такого молочного цвета. Смотрите, какая красота. Вот эти вот хвостики, узелочки. Это надо было делать самим. Я справилась с этой работой за 2 часа. Вот такой вот тяжеленький. Очень большой такой достаточно. Здесь было просто полотно, ну, как продолжалось, так вот, обрезанное. И нам надо было до вот этого рисунка вытягивать ниточки и потом вот эти бахромушки завязывать в узелки. Ну, около 2 часов я потратила на эту работу. Вот такие вот клеточки здесь. Вот такая вот канва. Здесь как бы сделано такое полотно. И видите, здесь раскладка листов, то есть в какой клеточке показано будет делаться вот этот вот рисуночек. В общем, очень мне понравилась эта затея. Все это дело было упаковано вот в такой пакетик. А это вот ниточки, которые я вытащила, вот когда делала вот эти вот хвостики. Видите, сколько ниточек много ушло оттуда. Вытащилась. Вот такая была у меня упаковочка. Вот, я надеюсь, что я быстро справлюсь с этой работой, в принципе, есть она у меня в планах на этот год теперь. Долго я ждала эту покупку, такая была долгожданная. Вообще у них несколько вот этих пледиков, там есть и с собачками, и с кошачьими мордами, и с лошадьми, но не попала я на выбор. Вот был один единственный в магазине, в интернет-магазине, где я брала, и вот он был прям вот прям последний. Больше ни на одном как-то сайте я не встречала данного вот производителя. В общем, вот такая вот интересная вещичка. Такой он уютный, мягкий, очень приятный на ощупь. Достаточно. Вот. И сейчас я вам покажу вторую покупку, которая пришла в этой же посылке. Это, девочки, моя давняя была хочушка. Это была канва от Черевной Мити. Размер данного набора 150 на 220. Я получила вот такую большущую скатерть. Я давно хотела именно скатерть, именно большую. Не вот эти платочки, которые продаются 70 на 70, 50 на 50. Ну, какая-то скатерть, да? Девчонки, это уже скатерть конкретная, большая, на наши, как говорится, столы, которые мы накрываем на праздники. Я хотела именно скатерть. Я потом еще буду заказывать к ней салфетки вот именно этой фирмы. Мне очень понравилось, как это выглядит. Вот здесь вот состав написан. И есть, видите, лен еще. Вот, разница. Но я не нашла, я тоже, это была последняя упаковка, она была со скидкой, мне еще там магазин скидку хорошую сделал. Я не могла, в общем-то, пройти мимо.
Вот такие предлагает производитель на этой скатерти вышивать рисуночки. Нитки Анкор, Ариадна, ДМС, Финка, Белка и Мадейра. Вот. Можно вот что-то посложнее, что-то попроще. Вот такая вот тут схемка прикладывается. Ниток тоже нет, как и в пледе в этом наборе. Но благо ниток у меня очень много накопилось. Вот, ниток ДМС и Габмы. Я там что-нибудь подберу обязательно. Может быть, даже буду вышивать вот такой узор, но сделаю, например, его там фиолетовым цветом. Ну, посмотрю, как мне захочется. Сейчас покажу вам саму скатерть, как она вообще... Вот, в каком она была в пакетике. Как она вообще, что она из себя представляет. Девчонки, очень приятная ткань. Честно, я сначала думала, что будет... Ну, знаете, как канва будет вшита в общую картину, как бы, да? Я никогда не покупала такие вещи, а тут вот... Нет, смотрите, обшит край, все очень аккуратненько. Канва, ну, наверное, 18-го каунта здесь. И видите как, это все одно полотно, то есть здесь нету такого, что вшиты куски. Нет. Вот, наверное, плохо видно на камеру, но она огромная, она 2,20. Я ее когда развернула, эту скатерку, у меня получилось очень такое, видите, приличное. Мне даже вот кровать, и мне не хватает. Я вот, видите, тут еще кусок вот такой. В общем, что дальше? Значит, покажу поближе, чтобы было понятно, как вышивается рисунок. Все разворачивать не буду. Вот, смотрите, вот поле. Это просто... Ткань обшиваться будет вот, вот здесь полоска, вот полоска. То есть элементы здесь, идут фрагменты, которые будут отшиваться. Мне очень понравилась данная скатерть. И я сейчас выберу рисунок. Я, конечно, еще посмотрю, может быть, что-то в интернете я найду такое поинтереснее, какие-то, может быть, бабочек каких-нибудь или какую-то новогоднюю тематику. Я еще не определилась, и я, наверное, все-таки решусь заказать к ней салфетки. Ну, я думаю, что 6 салфеток или 8 будет вполне себе комплект. В общем, девчонки, сегодня вот такие вот покупки. Мне очень понравилось то, что я получила. Это вообще, конечно, я давно искала что-то подобное. Хотелось не именно вышивку на стенку, а уже конкретно какую-то вот такую вот сделать работу и пользоваться ей. И видите, здесь варианты. Вот, может быть, даже вот такой рисунок мне нравится. Там, по-моему, всего 4 цвета. Вот, а еще вот эти оливки красивые. В общем, я сейчас поищу варианты. Вот, девочки, я не знала, что вот есть у Чаривны Мити вот такие вот гиганты, но оказывается, как раз на мой стол я нашла свою скатерть, и я очень рада, что я нашла. И пледик этот, он очень такой приятный, его вот накинуть на плечики, как вот, как-то вот когда прохладно, на улице, я люблю на улице сидеть во дворе у себя. Видите, вот, ну, конечно, плед отличается. Скатерть прямо на кипельно-белый, а плед, он такой больше, вот, как молочный, что ли, цвет. Ах, в общем, девчонки, вот такие вот сегодня были покупки у меня. Это мои не последние покупки. Вот. Всем спасибо за внимание. Всем пока!